В ночь с 12 на 13 июня в Нижнем Тагиле произошло сразу три пожара. Первый и самый крупный охватил два частных дома по улице Калинина со всеми прилегающими постройками. Сообщение о возгорании поступило без 10:10 вечера. Спустя полчаса огонь был локализован. Через час прекращено открытое горение. В это же время на пульт диспетчера поступило еще одно сообщение о ЧП. На этот раз горел частный дом в одном из коллективных садов. Постройка полностью выгорела изнутри. Здесь пожарные закончили работу во втором часу ночи. В этот же момент другая бригада направилась на третий вызов. Горели три автомобиля на стоянке по улице Захарова. Огнеборцы справились с возгоранием за 15 минут. К счастью, ни в одном из пожаров человеческих жертв нет. Специалисты МЧС устанавливают причины всех происшествий.